Всем привет! С вами StevPro, и сегодня я покажу блок лаунча для Майнкрафта Pocket Edition 0.15.0. Возможно, многие задавались вопросом, где скачать блок лаунча для новой версии. Ну вот, и как знаете, ссылка на блок лаунчер, конечно, будет в описании, друзья. А теперь давайте перейдем к функциям, которые поддерживают этой версии блок лаунчера. Ну, конечно, в ней вы также можете установить текстурпаки, и они будут полноценно работать, друзья. Для этого нужно нажать плюсик и добавить ваш текстурпак. Но, к сожалению, здесь пока что не добавили поддержку шейдеров. Если вы установите шейдеры, то у вас будет просто тупо черный экран, и в Майнкрафт работать не будет. Ну, мы идем дальше. Дальше у нас идет, друзья, патчи. Патчи также будут работать. К примеру, патчи Windows 10. Аддены тоже будут работать. К примеру, тот же самый Adden Toolbox прекрасно работает на этой версии блок лаунчера. Ну и, конечно, самая главная часть это, друзья, моды. Они тоже будут хорошо работать. Также в этом блок лаунчере есть и другие функции, которые всегда были в стандартных версиях блок лаунчера. То есть, все здесь есть, кроме, друзья, наших шейдеров. Конечно, это печалька, но все же это давай в следующих версиях. Также все вот эти функции вы сможете включить, и все будет работать без всяких багов, друзья. И просто ваш блок-лаунчер перезагрузится, и все, как я сказал, будет нормально. Да, друзья, вот такая версия блок-лаунчера у нас была сегодня. Ну а на этом все, ставьте лайки и подписывайтесь на канал.